Классный танец группы Everglow Ла-Ди-Да. Давайте, надевайте что-то комфортное, кроссовочки и погнали! Припев с небольшой предприпевной части. Ножки у нас на уровне плеч, ручки в такой позиции. После чего ручки уходят по такой дуге, продолжая похлопывать. Обратите внимание на то, что когда мы делаем движение в эту сторону, у нас с вами немножко подгибается правая ножка, то есть правая клеточка уходит внутрь. Давайте соединим. Приготовились. 3, 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На это мы заканчиваем на счет 7 и распрыгиваемся. Дальше пойдет очень быстрая часть, поэтому готовьтесь. Мы с вами делаем раз. Левая ручка получается сверху, правая снизу. Коленочка опять у нас ушла немножечко внутрь. Она в принципе уходит не сильно. Самое главное, чтобы у нас пяточка была видна наружу. Отсюда и раз. Когда мы с вами сделали это движение, голова немножечко ложится вправо. Дальше, следующее движение. Мы берем ножку, которая у нас стоит на носочке, и выкидываем ее красиво вот сюда. Левой ручкой держимся за коленочку, спинка прямая, обязательно прямая, рука на талии. После этого мы с вами проводим рукой по голове и делаем акцент грудь внутрь. У нас с вами получилась точка. После чего мы берем эту же руку, а это у нас, между прочим, правая рука, и уводим ее в сторону коленочки. Мы с вами упали, акцент головы немножечко налево. Если у вас красивые длинные волосы, красивые короткие волосы или красивые каре, пускай они у вас свисают, как у них. Следующее движение. Мы с вами себя собираем. Туловище смотрит в диагональ. 45 градусов. После чего у нас правая нога продолжает путешествовать. Она делает раз. Дальше отсюда мы с вами представляем левую ножку. Раз. Ножку на носочке. Потом проворачиваем и скидываем. То есть мы с вами сделали это движение. У нас ручка делает проворот, выкинули. И просто шаг левый переставили. Там немножко подходит. Еще раз. И раз, два. Отсюда мы с вами делаем правое, левое. Во время этого наша с вами правая рука делает вот так. Мы с вами провели по себе. Обязательно следите за тем, чтобы у вас был высокий локоточек. Раз и спину. Попытаемся соединить отсюда. И раз, два. После того, как мы с вами сделали это движение, мы представляем ножку правую и поворачиваем голову направо. Начиная отсюда, у нас с вами идет воговая часть. То есть вспоминаем бок, обязательно напрягаем ручки, ладошки. Потренируйте, можно немножечко размяться. Начинаем с левой руки. Раз, два. Правая ручка – это внешняя часть, если что. После чего наши ручки переходят, делаем акцент. После чего ручки можно убрать бабочкой. Если бабочкой не получается, то можно ручки убирать просто по очереди. После чего сначала идет левая рука, левая рука. И мы с вами что-то хватаем. На данный момент мы стоим максимально вытянувшись вверх. Мы хватаем и немножечко приседаем. Распрыгиваемся, закрываем глазки. Обязательно большие пальчики смотрят вниз. И сейчас будет ла-ди-да-ди-да.
в оригинальной хореографии девочки менять не стали. Мы с вами можем просто немножко пройтись на месте. И начинаем с левой ноги вперед. Ручки оставляем перед собой. Смотрите, попробуйте сделать крестик, и мы просто проворачиваем наверх. И это все совмещается с шагом. И раз, два. Когда вы делаете этот шаг, обязательно немножечко пружинить ножками. То есть мы с вами делаем пружиночку. И раз, два. Левая ручка опускается вниз. Правую мы просто проводим по себе. При этом у нас ножки делают два шага. Шаг первый, правая нога. Раз. Шаг второй. Два. После чего мы с вами выбрасываем правую ножечку на правую, естественно. У нас вес тела находится ровно посередине между ногами, то есть не полностью здесь, не полностью здесь. Левая ручка у нас остается на месте, то есть здесь. Правая ручка делает раз. Правая ручка делает два. А потом опускается на колено, и, соответственно, мы тоже за ним опускаемся. Сейчас у нас с вами немножечко округлая спина. И следующим движением мы с вами прогибаемся. Прогибаемся, при этом грудь у нас отталкивается в правую сторону. И красивая поясничка. Давайте попробуем соединить сначала второй части, то есть с этого шага. И раз, и два, и три, четыре, пять, шесть. После чего мы с вами пришли в удобную позу и делаем очень и очень забавное движение. Во-первых, ножка у нас уводится назад, красиво ставится. Это то, что касается ножки. А ручки у нас с вами делают раз, два, три. После этого у нас с вами идет раз, полный круг, два и часть. Как это смотрится вместе? Начиная отсюда и раз, два, три. Когда мы с вами положили ручку на голову, мы красиво опустились, прогнулись. Отсюда ручка уходит красиво по себе. И при этом мы встаем, кладем левую ручку к правому плечу. Давайте попробуем еще раз с этим движением, оно немножко сложное. Пришли. И раз, два, три. И раз, два. Следующее движение ручки вверх. Смотрим вверх. Поставили. Мы с вами наклоняемся на правое. Правое плечо немножко вперед. Коленочка тоже. И раз, два, три, четыре. Встали. И теперь налево. Раз, два, хоп. Ручки ровно перед собой обе. После чего правая вверх, левая вниз. Поменяли. И делаем акцент. Раз, два. Акцент мы делаем вместе с головой обязательно. И раз, два, хоп. Ла-ди-да-ди-да. Вот, по сути, это вся хореография, которую мы сегодня с вами учим. Поэтому давайте сейчас вспомним все сначала под счет. И затем станцируем под 0,75. У нас все получится. Приготовились сначала. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, убрали, левая, правая, правая, левая, потянули, распрыгнулись. Переходим, переходим. И начинаем с левой, напоминаю. И раз, и два, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и раз, два, хоп, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, три, и хоп, ла-ди-да-ди-да. Давайте пробуем под музычку, у нас все с вами получится.
нравилось занятие. С вами была Стася, до новых встреч, пока-пока. I'm not audition me, baby. Every girl for every, let's go. Come on, come